вот здесь пересечение улицы Розы Люксембург и вот прохода, который ведет на автобусную остановку. Ну, он и сделан, чтобы было удобно ходить людям. То есть между домами вот отвели некое пространство для прохода, для проезда, чтобы было удобно как-то вот людям. Да, машина может проехать и свободно. Идем от фрагмента улицы Розы Люксембург, названной в честь революционерки, на другую улицу перейдем. Ну, оно тоже либо Карла Либкнехта, либо еще какая-то такая улочка. Не улочка, а улица, она длинная. Начинаются эти улицы с Востока 5. Какие-то добротные люди. Немцы любят трудиться. Так, вот улица, это не Карла Либкнехта, а Петрозаводская, 3-103. Карла Либкнехта, получается, следующая улица. Вот снежные курты транспортные.